Все готово. Так что, Сезам, откройся! Какая мощь! Таких соединений я в жизни не видела. Этот храм Иса устроен сложнее всех, что мы видели. Чем Лиссабон, чем Арктика. Я все записываю, Лейла. Это открытие точно тебя прославит. Ты видишь где-нибудь жезл? Нет, но я не все осмотрела. Он где-то тут. Механизм должен быть открыт. В чем дело? Не знаю. Надо свериться с записями об Ису. Все ясно. Не хватает одного луча. Надо исправить. Где же он? Что? Мудрость в знании. Того, что ты ничего не знаешь. Так, сказал мне друг. Невероятно. Алексиус? Да, меня звали хозяином Орла. Да только Икар давно умер. Я тебя искала. Но как же ты... Но ведь ты искала не меня, верно? Артефакт Ису. Он действует! Жезл Гермеса Трисмегиста! У тебя должно быть много вопросов, Лейла. Ты знаешь мое имя? Может, боги сказали. Может, услышал в видении. Или из этой штуки в твоем ухе. Прости. Я пришел сюда с одной целью. Найти тебя и покончить с тем, что начал много веков назад. У меня твое копье. Вернуть его? Нет, оставь себе. Оно сломано. Но тебе это не мешало. В нем есть сила. С ним я побеждал врагов, которых даже Геродот не мог описать словами. Но всему приходит конец. Когда копье лишилось силы, я оставил его Геродоту на память. Мне... Только нужно тебе сказать, этот жезл очень важен. Ты жив благодаря ему. Но как? Спроси ученика Гиппократа. Слышал, они еще остались. Жезл выполнил свою роль. Мы делаем все, чтобы жезл не попал в руки тамплиеров. Послушай, порядок, хаос. Кто бы ни победил, мир погибнет. Я сражался с хаосом, но это принесло только беды. Я была на стороне порядка. Теперь я за право выбора. За хаос. Пифагор был прав. Ты ключ к исполнению пророчества. Ты восстановишь баланс, Лейла. Я видел слишком много войн. И слишком много смертей. Я прошел... Весь мир от края до края. Возьми, теперь он твой. Пообещай кое-что. Конечно. Закончишь. Уничтожь его. Уничтожь их все.
Мне еще многое предстоит увидеть. Не терпится вернуться в Анимус и навестить Алексиоса. Как вы здесь оказались? Как всегда, шли по пятам. Геродот жаждал встречи с тобой. Пойми, Варнава, я обязан исследовать Тиру. Остров хранит великую тайну. Да, но не целый мир. А почему бы и нет? Атлантида не миф. Чепуха это все, но его не убедишь. Геродот прав. Она существует. Неужели? Это правда? Невероятно. Расскажи мне о ней. Здесь я должен был встретить своего отца. Знаешь Пифагора? Это он. Твой отец живет в вулкане? Пифагор? Нет, не может быть. Он ведь не бессмертный. У него был жезл древней цивилизации. Он-то и сохранил ему жизнь. Вот в чем дело. Так зови его! Раз он твой отец, пусть присоединится к нам! Отец был упрямцем. Он хотел сохранить знания об Атлантиде в тайне. Ха, ясно. Так вот в кого ты такой упрямый. Он сочувствует твоей потере. Ничего. Вам придется держать рот на замке. Никому ни слова. Обещаю. Но люди должны знать. Мы поведаем им о таинственном мире. Геродот. Хорошо. Вот и славно. Нам пора в путь. Как обычно. Мы столько узнали, верно, великий мудрец? Ты, может быть, я ищу истину. Не все мифы несут в себе правду. Но их даруют нам боги, чьим словам нет причин не доверять. В этом мире все возможно. Тебе ли не знать? Ведь ты полубог с орлом на плече. И, возможно, тоже бессмертный. Конечно. Но одно известно точно. Это приключение я никогда не забуду.